Мы на месте. Мы приветствуем Агнесу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она меня слышит? Она слышит, она как из воды состоит, вся колышется. Голограмма у нее такая прозрачная. Значит, уберем голограмму. Сначала сканер просканируй Агнесу. Отключи эту голограмму с водой вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами. Это все выходит, формируется перед ней в шар. Включая внутренний белосвет Агнесии, она помогает своей энергии выдавить этот шар из себя. Все негативное, патогенное, низковибрационное, связанное с этим шаром, выходит, формируется перед ней. Пошел процесс. Готово. Отправляю шар в клетку-тюрьму. Агнесия, вы меня слышите? Да, слышу. Мы приветствуем вас. Интересуемся, готовы ли вы к диагностике и чистке, доверите ли вы нам свое биополе на период сеанса? Доверят. Команду на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Агнесы, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Агнесы, находит все. Без. Без. 8. Хорошо. Инкуб. Инкуб. Есть. Синий дракон. Есть. 21.16. Хорошо. И спрут. И спрут. Спрут, сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. А что это ты вокруг нее такую оболочку сделал? Думаешь, она ей на пользу была? Она ему на пользу была. А она тебе давала разрешение устраивать такие эксперименты в ее биополе? Ты знаешь, что она с тобой может сделать? Открыть галактическое ядро и скинуть тебя туда. Тебя туда. Ты разве этого хочешь? Не хочет. Без, сколько ты находишься в этом биополе? 2 года. Инкуб, сколько ты радуешь своим присутствием? 3 года 7 месяцев. 3 и 7. И синий дракон 21.16. Как долго ты находишься в этом биополе? 8 месяцев. Хорошо. Кто из вас присутствует в квартире? Мы ее сегодня тоже чистим. Дракон установил платы. Хорошо. Без. Без. Спрута есть присоски. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы, возможно, буду задавать вопросы. Даю команду тонкой копии Агнесы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Синий дракон, там находятся твои платы. Как ты влиял на нее? Следил за ее жизнью, обучением, программой и планами. Ты активно вмешивался в эти планы жизни? Ее нет, я изучал. Без. В чем причина твоей подключки? Какая частота тебя притянула? Или ты просто вышел из портала и банально в доме к ней подключился? Я не банальный. Ну хорошо, я не говорю, что ты банальный, я просто спрашиваю. Я к ней пришел. Мне повторить мой вопрос? Или ты его не понял? Понял, на что зашел. Интересно мне с ней. Там по-любому, чтобы тебе было интересно, там должна быть частота, на которой ты себя чувствуешь прекрасно. Это может быть... Ругательные слова, это может быть крик, скандалы, может быть что угодно. Я поэтому и спрашиваю, какая частота сработала? То, что тебе интересно, я в этом не сомневаюсь. Любовь к себе. Хорошо, мне это о чем-то говорит. Эгоизм. Это твоя частота. Все понятно. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Агнеса забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Усилий потоки в 50 раз. Скажи мне, Бес, есть ли лярвы в биополе Агнесы? Или затемнение? Есть затемнение сердечной чакры на плечах. А кто на сердечной чакре сидел? Это ее тоска, грусть, печаль. Это она накапливает в сердечной чакре? Накапливает. Вот как. Ты хочешь получить эти энергии? Печальные мысли. Неплохо было бы. Ну, когда я дам тебе команду выйти, снимешь все, что ты оставил на своей чистоте. После этого я дам тебе отдельную команду на затемнение. Сможешь их забрать все. Хорошо, ждем. Готово. Синий дракон, выходи. Вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Но он снял. Инкуб, твоя очередь. Выходи, снимай все, что ты оставил на своей чистоте. Расскажи о том, как ты действовал, что ты сделал. Есть там накидка на ней? Да, накидка у нее лицо закрывает, как штора. Какая цель этой подключки? Ты делал ее невидимой, или она никого не видела, или как это мне себе представить, Инкуб? Не невидимой. Неприятной? Холодной? Пустой? Неуравновешенной. Сложной. Угу. Так неинтересной. Так ее мужчина воспринимает, да? Или все? Нет, это влияло на тех, у кого есть или был интерес к ней. Значит, ты их всех отгонял, не хотел лишней конкуренции, правильно? Они мне не конкуренты. Ну ладно, конечно, да, тебе самоуверенности, конечно. Хорошо. И без твоей очереди, тогда выходи сейчас, отключайся полностью, на месте доложи, что ты все снял. Приступай.
У него на ногах. В тяжелителе? Но они как башмаки, и они один на две ноги. То есть он ее сковывал в движении, ограничивал. Приземлял, да, чтобы далеко не уходило? Да, снял. Разрешайте забрать все затемнения, снимай, возвращайся назад, приступай. Готов. Прут, твоя очередь, выходи. Отключайся, снимай все свои присоски, все, что осталось. Возвращайся назад, докладывай готовность к проверке. Приступай. Он как-то чавкает, и как вода у него хлюпает. Дышит тяжело. Ты что, старенький уже, Спрут? С звуком с таким. Или больной? Нет, его просто потревожили. Он очень хорошо устроился. Создал себе все условия. Хорошо, Спрут должен понимать, у него выбор сейчас. Или исполнять команды, или уходить в галактическое ядро. Об этом третьего варианта нет. Поэтому хлюпай, не хлюпай, а вытаскивать придется. Он все снял. Даю команду на рассинхронизацию Агнессы с Спрутом, его шаром, бесом, инкубом, синим драконом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Есть. Включаю внутренний белый свет Агнессы. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкооборационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Да, готово. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, и он уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Агнессе, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Спрут, бес и синий дракон. Я сейчас открываю два портала. В один идет синий дракон и спрут, во второй идет бес. В квартиру Агнессы. Вы снимаете все, что там оставили, на своей чистоте. Бес покажет мне еще все порталы, которые остались в квартире. Я их закрою. За это соберу ему весь негатив в квартире в дорогу. Всем все понятно? Понятно. Открывается два портала в квартиру Агнессы. 1, 2, 3. В один уходит бес, во второй уходит синий дракон и спрут. Закрывая, печатаю, растворяй оба портала. Готово. Инкуб, ты больше не приходишь в это биополе, тебе понятно? Да, понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Клетка пустая. А там шар остался, спрута. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Выходит эмоциональный фантом Агнессы, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы о эмоциональном фантоме, и фантом выходит. Серые клубы фантом состоит. Агнесса, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы от них отказаться? Готова. Сворачивая энергию в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, поехали по частотам. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Агнесса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я много энергии чувствую. Давно не было так насыщено. И еще радость. Радости внутри. Спокойствие. Очень хорошо. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Агнессы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Квартиру Агнессы ты видела? На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Я здесь. По всему периметру квартиры в одной из комнат. Клетка в зале установилась. Но не входная дверь, она колышется и серым цветом. Давай уберем сразу. Под входной дверью, внизу открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Кто у нас? Небольшой арахноид. Арахноид. Рут. Есть. Синий дракон. Есть. Бес. Есть. Воронка. Под воронкой открывая портал в галактическое ядро, воронка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Итак, Спрут, ты все свое собрал? Да, он собрал присоски. Ты больше не придешь в эту квартиру и к этим душам. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Спрута. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Арахноид. Готово. Выходи, собирай всю свою
потомство, паутину, все, что ты оставил в этой квартире, возвращайся назад, приступай. Там есть шкаф такой открытый, в который входишь, как комната. Да. Он там в основном присутствует. Там тихо и спокойно. Вот это он любит. Я снял. Больше не приходишь в эту квартиру. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Синий дракон. Ты все собрал? Все платы снял? Где они стояли? Здесь и стояли, зал, кухня. Синий дракон, я хочу получить слово синего дракона, что ты больше не придешь в эту квартиру и к этим душам. Даю слово синего дракона. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона, забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Бес, ты свое все собрал? Собрал, собрал. Ну, пошли по квартире, показывай мне тогда все порталы, я их закрываю, собираю тебе негатив. Пошли. Ну, он в кухне сразу показывает. Здесь с левой стороны стена, где окна, угол сам, да, на стену спускается с потолка. В этом месте внизу открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Идем дальше. Здесь в детской комнате зеркало. Да. Ну, неприятное. Меня тоже смутило. Оно не должно здесь быть. Уберите, пожалуйста, это зеркало из комнаты ребенка. Под этим зеркалом открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Шкафу в конце, стена дальняя. Я не первое слово не понял. В шкафу ты сказала? В шкафу. Да, дальняя стена. Дальняя стена. Под этим шкафом внизу, там, где дальняя стена внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Все. Возвращаемся к клетке тюрьме. Даю команду на счет три из каждого чувств. Пошел процесс. Шары средний, одинаковый по размеру. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Бес, твой шар забираешь? Да. Отправляю бесу. Готов. Найди себе новое место обитания. Вы к этим душам и в эту квартиру больше не приходи. Все понятно? Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово.